Приветствую всех, я игрок команды «Русский Витязь» Никита Калинцев, и я буду отвечать на вопросы «Правда или ложь?». Здравствуйте, с вами Павел Крыль, игрок команды «Русский Витязь». И сейчас я буду отвечать на вопросы, связанные с Днем студента. Правда ли, что по студенческому обычаю нужно выпить 50 грамм перед финальным экзаменом? Я думаю, это ложь. Правда ли, что по студенческому обычаю нельзя бриться перед экзаменом? Я думаю, что правда. Правда ли, что по студенческому обычаю перед экзаменом нужно положить монету под пятку? Думаю, ложь. Правда ли, что по студенческому обычаю перед экзаменом можно помыть только половину головы? Я думаю, это ложь. Правда ли, что по студенческому обычаю перед экзаменом нужно крикнуть 3 раза в окно «Халява, приди»? Я думаю, это правда. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Сидорин, я игрок команды «Русский Витязи». Сейчас я буду отвечать на вопросы ко Дню студента. Сколько вы можете назвать клубов МХЛ за 30 секунд? «Русские Витязи», «СКА-1946», «СКА Варяги», «ХК Рига», «МХК Спартак», «Омские Ястребы», «Сибирские Снайперы», «Орджи Юниор», «Лока», «Алмаз», «Толпар», «Авто», «Стальные лисы», «Сид, Красная армия». Ты как назвал Красную армию? Ну, знаешь, у меня очевидный как раз из головы вылет. Здравствуйте, я хоккеист команды «Русские Витязи» Дмитрий Уткин, и сейчас я буду отвечать на вопросы ко Дню студента. Сколько вы сможете назвать игроков молодежной сборной России по хоккею за 30 секунд? Подколзин, Замула, Мифтахов, Аскаров, Исаев, Романов, Пыленков, конечно же, наш, Денисенко, Александров, Воронков, Грошнев, Мисюль. Кто еще у нас сейчас был? Мало кого я назвал, конечно. Победа за мной. Поздравляю. Спасибо. Здравствуйте, я Вячеслав Сараев, защитник «Русских Витязей». А я нападающий команды «Русский Витязь» Захар Бардаков. Сегодня мы будем играть в игру «Гослайтер». И мы начинаем. Бардак, можешь начать. Во французской стороне, на чужой планете. Предстоит учиться мне в университете. Да чего тоскую я, не сказать словами. Плачьте, близкие друзья, горькими слезами. На удачу пожмем мы друг другу руки. И покинет милый дом мученик науки. Вот здесь я думаю, я не попал. Вот стою, держу весло. Слав, хватит смеяться. Тут весло. Ну давай, ладно. Вот стою, держу весло, через миг отчалю. Сердце бедное зажгло скорбью и печалью. Тихо плещется вода. Тихо плещется вода, голубая лента. Вспоминайте иногда вашего студента. Это точно правильно. Чего тоскую я, не сказать словами. Плачьте ж, милые друзья, горькими слезами. На прощание пожмем мы друг другу руки. И покинет тучи дом ученик науки. Вот стою, держу весло, через миг отчалю. Сердце бедное свело скорбью и печалью. Слав, ну ты понимаешь, что ты слабже меня в этой игре. Так что я победил.